Итак, как нам записать ключ на Cadillac CTS 2009 год? Берем, вставляем личинку, и 6 раз нужно на открытие. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Смотрите, у нас на торпеде тут он пишет: вставьте ключ номер 1. Мы берем ключ и вставляем его в разъем вот сюда. Раз, вставили. Видите, он говорит, ставьте ключ номер 2. Удаляем ключ, вставляем новый ключ, установили ключ номер 3. То есть таким образом вы можете обучить себе ключи на машину. После чего вытаскиваем, закрываем дверь. У нас, видите, машина 3 раза. Так, electronic key not detected. Сейчас, секунду. Сейчас, подождите. Открыть, закрыть сейчас. И все, кейлис. По кейлису завели машину. После чего глушим машину и идем вместе проверять работу радиоканала. То есть машину закрываем. А, она у нас по кейлису, видите, открылась. То есть опять закрыли. Видите? Сейчас открылась по кейлису, опять же. Теперь плату убираем. Закрываем новой платой. Эти тоже закрываются. И по кейлису открывается. То есть, кому необходимы ключи, можете смело заказывать. Выглядят они вот таким образом. Новые современные ключи от Бобермастер. Всем спасибо.